3 ноября. Заехал в сад. Яблони все осыпались. Редкие застряли на сучках яблочки. Все лежит. Зимний сбор яблок. Само собой не с деревьев, вот так вот из-под снега. Посмотрим, что за яблочко у нас есть. Красивые яблочки. Даже не побитые. Грязненькие, чуть-чуть мягче. Мягче. Битые брать не будем, само собой. Вот такие аккуратные. Червячок берем. Здесь что у нас? О, красота. Не поваляешь, не ешь. Это как раз про эти яблоки. Так, это битое. Это червячок. Это вот так красиво. Аккуратно. Битая. Это мелкая, но даже не стукнутая. Подбивать. Это где еще куча побольше. Ой, сколько их. Это битая. Вот. Румяный бочок. Обветочку чуть-чуть царапнута. Это битые сильно. Это тоже битое. Тоже стукнутое. Так, в основном падали. Сразу гнить начинали. Вот хорошая. Так, это у нас грязь. Берем. Ступить некуда, одни яблоки. Шмар. Вот хорошие. Вот что значит осенью собирать гололедь. Теперь приходится из снега это выбирать. Достаточно много яблок еще. Ладно, пройдемся вот к тому деревцу. Сорт один и тот же. Но может там трава погуще. Поменьше побились они. Вон там еще висят даже на дереве. Редкие экземпляры. А под деревьями ковер. Берем яблочко, раз так, ну, просто идеально. Вот. Их чуть-чуть стукнутые, но такие уже брать точно не будем, потому что хорошие. Стукнутые.
Ну тут, ай, стукнутая. Вот, ай, тоже. Вот хорошая. Пакетик. Тоже. А это хорошее. Хорошее. Вот бочок крупного яблока торчит. Посмотрим, что внизу битое. Хорошее. Ближе к забору. Это что у нас? Ой, гниль. Вот хорошенькая. Плохое. Это у нас битое. Да, снова битые все. Битые. Вот хорошая. Листик. Битые. Битые. Это хорошее. Битые. Тоже битые. Хороший урожай в этом году был яблок. Делать некуда. Только на травке что лежит. Вот так, с миру по нитке что-то набрали. А вот еще крупные какие-то. Иду! Он здесь хороший. Травка мягенькая. Чистенько. Все лежит под снегом. Самое красивое набрал. Ну, здесь много пакетов получится. Вообще, конечно, хорошие яблочки из-под снега.